Поисковая операция. Спасатели обнаружили обломки российского Ми-8. Они находятся на глубине около 200 метров. За поиск погибших будет отвечать норвежская полиция. Вертолет потерпел крушение в море недалеко от Баренцбурга. На борту было 8 человек. Все они граждане России. Район предполагаемого крушения обследовали с воды, берега и воздуха. В поисковой операции участвовали российские и норвежские спасатели.